Hello, друзья мои, добро пожаловать в игру The Sims 4. Так как у нас сейчас новогодние праздники, нужно обязательно провести новогодний выпуск Чудо Генетики. И гвоздем сегодняшней программы становится Такер, который выбрал для себя вот такую вот праздничную расцветку. Вы только посмотрите на его хвостик, у него даже хвостик в виде шапочки с помпончиком. Итак, давайте-ка перейдем с вами к нашему Чуду Генетики. И первое, что мы с вами должны выбрать, это, конечно же, подружку для нашего Такера. И начинаем мы с вами издалека, а именно с кубика. И нажать мы на него сегодня должны 6 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, в принципе, уже выглядит нормально, но затем мы с вами переходим в тело. И тоже должны нажать 6 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, смотрите, мне кажется, что она уже очень даже симпатичненькая, но сейчас будет интересней. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Прекрасно. Самое интересное, мне кажется, это всегда окрас шерсти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Люблю, когда у нас 5 вариантов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Раз, два, три, четыре, 5-6. Слушайте, ну у нас вообще, посмотрите, какой интересный окрас получился у нашей барышни. Смотрите, смотрите только на эту красоту. Ну ладно, переходим в шерсть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне понравился второй вариант, который я увидела, он был настолько забавный. Переходим в голову. Голова — это тоже еще один интересный пункт программы. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Посмотрите, какая милашка получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Носик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне тут розовый понравился. Ну и глазки теперь. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Знаете, если у вас плохое настроение, просто посмотрите выпуск «Чудо генетики», и мне кажется, что настроение сразу станет получше. Итак, у нас получилась первая вот такая вот мамочка. У нас сегодня будет 2 мамочки, как вы знаете. Мы всегда с вами берем одну маленькую собачку, вторую побольше. Ну что ж, Такер, сейчас мы с вами посмотрим, как же будут выглядеть щенки Такера и вот этой вот милой дамочки. Ну что, переходим с вами в самое интересное, в генетику. Играть с генетикой. И сейчас мы с вами Такера, вы посмотрите, какой бы у него был миленький сыночек. Мне нравится его хвостик, знаете, у Такера большой пушистый, а у щенка такой тоненький, красненький. И тогда выбираем нашу мадмуазель. И, значит, первый щенок у нас, мы всегда смотрим без использования кубика, а второй раз мы с вами будем нажимать на кубик целых 6 раз. И посмотрим, что же у нас выйдет в этом случае. Выбираем мамочку. И теперь самое интересное, друзья мои. Ты точно сын Такера и вот этой мадемуазель? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ого! Слушайте, ну это же прям, какой он миленький. Вот, знаете, мне кажется, что у нас не было ни одного несимпатичного щенка в этой рубрике. Давайте теперь посмотрим, как этот милашка будет выглядеть, когда подрастет. И у нас получается вот такой вот первый пес, вот таким вот хвостиком. К сожалению, из-за того, что у Такера он был бубликом, не весь хвостик прорисовывался, нельзя было его полностью прокрасить, но... Знаете, первый уже выглядит очень по-праздничному. Переходим к следующему щенку. И следующий, это вообще для меня что-то необыкновенное, но я так понимаю, что он пошел полностью практически в мамочку. Хотя, обратите внимание, у него абсолютно совершенно другая расцветка. Мало того, что мамочка была серая, он коричневый, так у него еще и пятна. Да, вроде как пятна у него совершенно по-другому расположены. Ну да ладно, это же чудо генетики. Переходим к следующему персонажу. Теперь у нас должна выпасть мадам... Вау, смотрите, какой милый пес. Теперь у нас должна выпасть мадам большая. Давайте смотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, вот такой у нас получается пшеничный терьер. Кстати, тоже очень симпатичные, но, к сожалению, достаточно редкие собаки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Отлично, хвостик давай посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хвостик бубликом. Теперь как раз самое интересное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Посмотрите, какой у нас получился пес симпатичный. Такой вот яркий, фиолетовый. Переходим к шерсти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слушайте, ну у нас действительно тут чудо генетики получается. Так, расцветка нас не интересует, окрас тоже. Теперь мы с вами переходим к голове. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, вот такая у нас получается мамочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Носик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И глаза остались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, вот такой у нас получается еще один участник нашей программы. Достаточно необычный пес. И теперь мы с вами посмотрим, какие же щенки получатся у Такера и у фиолетовой мадамы. Итак, переходим с вами к играть с генетикой. Блин, ребят, почему у Такера все разные щенки? Я не могу понять, ему так везет просто? Или это нам с вами так везет? Итак, первый щенок. Слушайте, какой миленький. Согласитесь, хочется его потискать так вот за щечки, подергать. Он такой миленький, почесать ему носик. Ну, не мне же одной хочется почесать ему носик. Ведь он очень действительно симпатичный получается. Движемся дальше, выбираем нашу фиолетовую мадам, и теперь нам нужно 6 раз нажать на кубик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вам не кажется, что номер 4 был похож на олененка? Вот действительно что-то общее было с оленем. Вот такой у нас получается еще один щенок. А теперь самое интересное, друзья мои, мы переходим ко взрослой собаке. О, ну это прям... Это прям сын Такера, ну просто прям вот видно, что это сын Такера. Посмотрите, ну практически один в один очень похож. И следующий наш щенок становится вот такой вот собакой. Мне очень нравится носик, какой получился. Знаете, такой вот очень забавный розовый носик. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, что у нас было и что у нас с вами стало. Итак, у нас был вот такой вот красавец Такер со звездочкой на лбу. У него появилось две подружки. Подружка номер один, такая вот необычная, серо-бежевого цвета. И подружка номер два, еще более необычная, бежево-серо-фиолетовая. Итак, детишки, от первой дамочки. Вот такой вот новогодний песик номер один. И вот такой вот еще один песик номер два. У второй дамочки и Такера родились вот такой вот первый щенок, и второй щенок вот такой. Друзья мои, напишите в комментариях, какая собака вам понравилась больше всего. Честно говоря, я не знаю, кто мне понравился больше всего. Мне нравятся они все очень милые, очень забавные. И мне кажется, что наш Такер тоже доволен тому, что у нас с вами получилось. Ну что, друзья мои, с наступающими праздниками, хорошего вам настроения, добра, позитива, улыбайтесь чаще, смотрите чудо генетики. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До скорых встреч, добра, позитива, пока-пока.